Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ, то есть забрать биочип. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Я también te quiero, ma. Наконец-то, Чика. Что нового у сеньоры Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Надо же. Мы, считай, высшей лиги. Выше нее ничего нет, Чумба. И знаешь, что я тебе скажу? Мы это заслужили, Чика. Готова пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Серьезно? Что? Это ж я тебе об этом рассказала. Чё, правда? Давно, наверное, это было. Вы кто такие, детки? Я Ви, а это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Яху. Вот оно. Просто мой лучший отдых. Сердце Найт-Сити. Бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест, Бо-Бо, может, даже Морган Блэкхенд. Сидели на этих стульях и спали на этой самой... Наша очередь. Видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей Сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. О чем вообще разговор? У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. А сколько лет по смерти? Полвека? Больше. Я точно не помню. Это, наверное, самый старый клуб в Найт-Сити. И самый уважаемый. Это тоже важно. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Херасе, какая красивая традиция.
Смерть – небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи как легенда. А смерть – это так, просто финальный аккорд. За выход в высшую лигу! Вот за это я выпью! Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дэшон вас ждет. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но 5 кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Ни пуха, ни пера. К черту. Идемте. Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже. Боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эстепинчи типо. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мисс Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Пары мясников меньше, уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка, звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора, Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Я поняла, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет, ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Юринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо маль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. К
Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Ханна Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия, у вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У Йоринобу почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отеля круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Я узнала все, что хотела. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Джет прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно, 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на стороже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готова ехать? Поехали. А чего ждать? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Деламейн.
Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, чё ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Декс прям расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед? С вами Стэн. Солнце село. Но я надеюсь, что вы еще... Погоди, я возьму болта. Мы приехали, Бак. Еще раз. Бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки. Добро пожаловать в представляет оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите.
Небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. О, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Ханна. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Ханна? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Не знаю, как-то он жестко с этим. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Приведешь, приведешь. Пошли, найдем наш номер. Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Не ожидала, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Ты можешь нормально сказать, врал или нет? А ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантао. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском... Ну что, мы пришли! Номер Лазурь! Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, ме куэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Болта можно запускать? Еще минутку. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Система исправна, заряд 100%.
Мерда! Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, Чика. Время поджимает. У них наблюдение по всему отелю. Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм? Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юринобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Нашла порт. Так, теперь подключи болта. А болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один нетранер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Я отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашла проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ты здесь, Бак? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь... Почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Юринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью,
одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Да кого это ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты-то представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали. И название-то какое? Стальные драконы? Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак, вот это... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Но заслужи мое прощение. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. Ага. Неплохо быть наследником самого императора. Аж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Юринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работай. Он там, под полом. Ищите переключатель. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Нам кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще, Ти? Черт, Юринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Юринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Impossible. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Кубиво-цкуманэ-де-коре-тэй-та-даро. Мьерде. Азуштыгры. Арасака-сама. Мадабаде-чеку-гао-ва-тэй-масэн. Ваташи-но-мускуда.
Рей на моно, кайшу шимашока. Ваташи га яру. Итте куре. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Ватаси га кизуканай то демо омотта но ка? Сомо-сомо оре но кото о ки ни шита кото нанка най даро. Анта но мондай тен ва соко да. Сека ва дзивен чушин ни маоваттеру то омоттеру. Гома да ё. Йоринобу. Доште коко е? Джики-джики ни оре ни кутучеку ва джавасе. Тачима омои ширасеру таме ка? Дэру куя утареру то ёку ю даро. Дзивен но котоба джа нани мо е най но ка? Сама косо, дзивен га нани о си о то шита ка вакатте иру но ка? Ваташи тачи но косеки о ябан джин ни ватасе надо. Ваташи тачи но мирай о. Оре тачи но мирай. Оре тачи. Нанко но мачигай даро. Анта ва дзивен но кото шика кангаете най. Соште коно кайша но кото шика. いつかこのような日が来ることは分かっていた。 貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。 これまでお前の愚行には目をつぶってきた。 だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せない。 貴様の母親が生きていなくてよかった。 Заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нано саваги десу. Дарекага чини докомотта. Доку? そうだ ユリノボさん しかし タケムラ お前のお仕事は何だ 何のお話です 単純な質問だ 答えろ アラサケ家の家事を守ることです 今後はもっとしっかり責任の果たしを望んでいるぞ お許しください アラサケ様 決して失望はさせません Что там у вас вообще творится? Юринобу придушил Сабура. Что? Вот, блядь, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Где Юринобу? Я...
Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, есть кое-что. Давайте в окно. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Мак! Диус Санто Бендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабуру, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Еще бы немного. Его пробили. О, Мадрес. О, это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокись повреждён. Целостность чипа. Джеки! 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс. Теперь уходим отсюда. Внимание. Камбэки Плаза объявлен красным. Опасности. Чисто. Просим не покидать своих номеров. И выполняйте задание. Это я понимаю! Теперь чисто. Ах!
открылась. Эй, алло! Ты где там? Сдавайся! На землю, быстро! Вам обоим немедленно сесть. Если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо. Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный нас! Сохраняйте спокойствие. Да ладно! Проезд заблокирован. Я разберусь! Никак эти говноеды не уймутся! Воздушное судно противника ликвидировано. Ты молодчина, Дэл. Заказ выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Езжай быстрей! Я делаю, что могу. Потерпи еще немного, Джеки, ты слышишь? Хорошо. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Мы теперь будем брать только самые жирные заказы. Слышишь меня? Да, ты разбогатеешь, Чека. Я знаю. Нет, Джеки, мы разбогатеем. И я, и ты. Я, Чип. Не потеряй ради меня. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Дай хоть в себя прийти! Прошу прощения. Куда доставить мистера Уэллса? Он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки. Тебя ждут. WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Да, он там.
Он мертв. Бессменный руководитель японской мегакорпорации, по последним данным, был... Соболезную, подруга. А где чип? Для встречи со своей семьей. Сын покойного Сабура... Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно! Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы! Да ну! Так и скажи Арасаке, когда за тобой придут! Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность, но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Все тебе пизда! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. Пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушай. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. С тобой все нормально. Отлично, тогда поговорим. Сколько ты за это хочешь? Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе.
А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Сильверхенд. Привет, шайтан! Поднимаемся. На, надень. И не снимай, понятно? Несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится, хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транер. Вперед! Меня атакуют! Приготовиться! Ничего, бывало и хуже. Мёрфи? Искала в наперстках и здравых умах, гонялась с Надеждой и Вилкой. Джонни, груз. Как там называлась бомба? Бушидо 2. Качай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Бегите! Уже с лифта. Стреляй по кабелям! Прогревайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. Тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают.
Я рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол подсети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина, без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина, мы в телевизоре! Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Arasaka Tower. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, «свалить памятник корпоративному колониализму». Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Arasaka Tower. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу. Черт! Это Адам Смешер! Джонни, беги! Мёрфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Прикончу. はい、まだ生きています。わかりました、向かいます。Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю. Отцы. Чокшет Ханасюсур. Смотри-ка. У меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назе кону юна коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Хито ва усо цуки, дзибун дзисин о азамук. Дага, ша ва чига. Ша ва юбен, дага, карера ва кеште усо ва цуканай. Сиша но котоба нива цуцумаши-са га ару. Хаджимеро.
А ты... ты кто такая? Она тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Арасака-сама, отол-сама, но сацугай-хан мицкемашта. Коно онна де мачигайримасу. Хай. 1時間後には着くかと。 А-а-а! Блядь! Тихо! Слышишь меня? Мне нужна помощь! Thank you.
Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Черт. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Я знаю кое-кого. Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Вы хорошо держались. Не трать время. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. А чего вы просто меня не бросите? Я же вам только... мешай. Лучше звони. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику вместе. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. И если я поврежу вену, она умрет. Как и в случае, если вы ей не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите ее. Так, переносим ее. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает! Это нейрогенный шок. Она умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, Я знаю, что делаю! Как она там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ты меня слышишь? Как больно. Как себя чувствуешь? Блять. Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон и понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит.
потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Арасака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Найт-Сити выглядел по-другому. Незнакомо. И я ненавидела его. Всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видела его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Говори. Биочип — это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пару недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда? Вик. Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это выше моих сил. Ты же лучший из лучших, Вик! Почему ты не можешь мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставила его в височный разъем. И ничего не произошло, да? Потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемалась после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван воскресить. А как же я? Моя душа? Я вернулась с того света и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Че ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Арасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга – это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело – пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. А нельзя просто выдернуть этот биочип? Или выключить? Не-не-не, это исключено. Тогда ты умрешь сразу. Блять. Я видела рекламу по телеку. Там еще был тупой слоган. Душа что-то там... Сохрани свою душу. Да. Он нужен только, чтобы разговаривать с конструктами. Может. Но у тебя, скорее всего, прототип, который как-то уплыл из лаборатории Арасаки. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти.
Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем. Я отвезу тебя домой. А потом он умер. Я подумала, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпалась. Я же могла просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы, принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Таблетки, которые разбудят этого уёбка, чтобы он быстрее меня убил. Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милая. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Ах да, последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Ты же слышала, сколько мне осталось. Какая уж тут удача. Не дури. Пока ты жива, есть надежда. Главное, чтобы ты сама в это верила. Думаешь, у меня есть шанс? Я выживу? Конечно! Ты один раз уже умерла и все равно вернулась к нам. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Он часто говорил о тебе. Знаешь, мы ведь поссорились. Перед тем, как он уехал на это дело. Он на тебя не злился. Ты знаешь, наверное. Да. Просто жалко, что наши последние минуты вместе были такими. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи. Я выберусь отсюда, ты поняла? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево?
Я не курю. Так пойди и купи! Мне всего одна нужна, последняя! Да что это вообще за херня? Не понял. Ты кем себя возомнила, сука? Отвали ты от меня! На кого ты работаешь? Говори! Что? Чё? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? Выметайся из моей головы. Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Ебать.